любовью и уважением к вам, АТВ и Михалыч. Говорим о погоде на 7 марта. С наступающим, дорогие наши женщины! Партнеры программы Центра отдыха Orange House. Лучшие в городе и лучший отдых. Orange House представляет: путевки, все включено. Проживание, питание, прокат коньков, лыж, ватрушек, квесты для детей и взрослых. Всего от 950 рублей на человека. Звоните 577-600. По республике в ближайшие сутки антициклон определит погоду без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, днем местами до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха северные районы, это Баунт-Муйский, ночью 39-44, ну где весна? Местами до минус 30-35, а днем минус 17-22, местами до минус 12, но это уже теплее. В центральных районах Мухосибирский, Хоринский, ночью минус 29-34, тоже не жарко, днем минус 12-17. Южные районы Джидда, вечера ночью здесь теплее, 24-29, местами до 34, но это местами, а днем 10-15, местами до минус 4. Наша любимая столица без осадков. Ветер восточный, ночью слабый, утром и днем 8-13 метров в секунду. Температура ночью минимальная, минус 20-31, днем максимальная, минус 14-16. Атмосферное давление ночью существенно не изменится и будет в пределах 724 миллиметра ртутного столба. Днем будет падать до 718. Чрезвычайно важно, чтобы в доме царила атмосфера любви и уважения. Делайте все, что в ваших силах, чтобы создать дома свободную, гармоничную обстановку. С любовью к вам, АТВ и Михалыч. Мы это искренне желаем.